Hi, I'm Jeanna. Today I'm reading The Area of the Indian Guest from Sadko by Nikolai Rimsky-Korsakov. First slowly, then quickly, if you're ready, let's begin. Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном, далекой Индии чудес. Есть на теплом море чудный камень Яхонт. На том камне феникс, птица с ликом девы, райские все песни сладко распевает. Перья распускает, море закрывает. Кто ту птицу слышит, все позабывает. Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном, далекой Индии чудес. Now let's read it quickly. Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном, далекой Индии чудес. Есть на теплом море чудный камень Яхонт. На том камне феникс, птица с ликом девы, райские все песни сладко распевает, перья распускает, море закрывает. Кто ту птицу слышит, все позабывает. Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном, далекой Индии чудес. That's it for today. If you have any questions or you want me to read a Russian aria or a song, please leave a comment and I will do a video for you. If you found this useful, please ring the bell and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye-bye. Можно. Только в наушниках, ладно? И дверь закрой, пожалуйста.